Волка, как у тебя дела? Пришло новое послание. Здравствуй, Эйвор. Добрый день. Этот Хольгер занятный человек. В чем-то я ему завидую. Он видит лишь то, что хочет. Тревожится о всякой ерунде. Никаких забот. Не смей ему подражать. Мне нужно твое здравомыслие. Восточная Англия с нами. Король Освальд поклялся нам в верности. Ты уже с королями дружбу водишь? Интересные вести. Король Кёлвульф отправил Кёлберта в Широпшир. Хочет сделать его тамошним элдерменом. Рад за него. Кёлберт справится, он ведь столькому у тебя научился. Я научила его лишь основам. До остального придется дойти самому. Еще кое-что. Может, ты не слышал, но Свент недавно умер. Бедняга испустил дух в своей постели. Я не знал. А как Туве? Верно, опечалена? Вне себя от горя. И часто бывает у его кургана. Поговори с ней, когда сможешь. Все хорошо? Ты будто не здесь. Я в порядке. Немного устала, но волноваться не о чем. Взглянешь на карту? Сперва признай. Посмотрим на карту союзов. А что с Оксенфордширом? Сигурд что-то о нем говорил. А, да. Сигурд, кстати, уже там. Хочет с тобой встретиться как можно скорее. Он связался с мятежным Теном, Гедриком. Рассчитывает сделать того новым элдерменом в обмен на союз с нами. В центре Бакингема есть таверна. Сигурд будет ждать тебя там. Тогда отправляюсь к брату. Где этот Бакингем? На реке Грейт Уз, что течет посреди Оксенфордшира. Сигурд будет рад тебя увидеть.
был мне, будто настоящий отец. Туве. Эйвор, Свент, он умер, пока меня не было. Туве, прости, я не знал. Все так внезапно. Мы собирались тем утром клеймить бочки Теклы, обсуждали, что приготовить на ужин. Я за ним пришла, а он лежал в кровати, будто спал. Но на самом деле уже был мертв. Он хотя бы ушел мирно. Но у него были планы. Он столького хотел, столько задумал. Его смерть пуста. В историях все не так. В историях старики так мудрые и спокойные. Они знают, когда пришел их черед, и готовы к смерти. Свент не был готов. И я не готова. Он должен был меня многому научить. Я еще учусь. Все думают, будто я просто продолжу его дело. Словно ничего не случилось. Но они не знают, что я... Еще не готова. Иногда жизнь просит больше, чем мы готовы дать. Тут можно лишь стараться изо всех сил. Я не был готов к смерти родителей. Но их отняли у меня в мгновение ока. Я не сдался и продолжаю жить. Наверное, это трудно. Но в тебе столько силы и твердости. Может, другой справился бы лучше. Или хуже. Но это моя судьба. И я ее принял. Я знаю, что Свент верил в твои способности. А что насчет тебя? Ты веришь Свенду? Я не видела художника лучше него. И он выбрал тебя. Ты можешь принять этот вызов или бежать. Но помни, он в тебя верил. Я пойду домой. Будь сильной. И знай, что тебя ценят. Что ты видишь?
Отличный день для рыбалки. Думаю, это тебя заинтересует. Мы эту рыбу долго пытались поймать. Даже дедушка таких никогда не ловил. Я эту рыбу вблизи не видел. Эта рыба любит вырываться. Дедушка будет рад увидеть такой улов. Мне уже пора. До встречи. Прощай. Здравствуй. Расправь крылья, Сюнин.
Здесь можно наловить вдоволь рыбы.
Какой бой унес тебя? Кто вторгнется сюда, постигнет одна участь. Я разорву тебя! Назад! Вдохни же, пары! Твои двойники, что это за сейд? У меня много! Что это за колдовство? Какой бой унес тебя? Постигнет одна участь. Я разорву тебя! Твои двойники, что это за сейд? У меня много. Что это за колдовство? Назад! Ah!
жестокая тварь! В полную силу и вырву тебе глаза! Назад! Oh!
Главное тут стража. Заперли с той стороны. Убейте!
Слышны из той церкви.
Есть тут кто-нибудь? Хлам и грязь. Как раз для крыс. Твердый, как камень. Но как воняет. Ты! Как ты смеешь? На трон земли ворон может воссесть лишь король шипов. Странно. Я точно не король шипов. Но вот ведь сижу же. Дерзкая крыса! Убьем наглую тварь! Прикончите эту шапку! Никому не позволено охранять священный трон! Глупцы в рабстве нездешнего короля. Жалкий сброд. А?
Беги! На куски! Четвертое. Тебе нужно услышать эти записи. Два голоса. Определенно Ису. Одна из них похожа Алитея. Та, что в жезле? Да. Но вряд ли это происходит сейчас. Слишком откровенно. Случайные фрагменты. Продолжаю.
Хватит! Не двигайся! Ты ранена! Дай посмотрю! Нет! Не надо! Дай мне умереть! Здесь! В тишине! Нет! Тебе еще не время! Есть другой путь! Частица Эдема! Жезл! Настроенный на этот способ! Попробуем! А вдруг я стану как муж той изгнанницы? Бьющееся сердце без разума. Но делай, что должен. Выбора нет. Лайла, это Шон. Я тут просматриваю твои видео. Это золотая жила. Ты же понимаешь? Да, похоже. Я еще не видел такой четкой видеозаписи воспоминаний эпохи Ису. Вопрос лишь в том, кто их тебе передает. Данные у меня. Вот они.